До конца года в Самарской области должны капитально отремонтировать 624 дома. Шестая часть работ уже завершена. Ремонтируют фасады, крыши, инженерные системы, лифты и фундамент. Если жители решают, что вместо запланированных фондом капитального ремонта работ им нужны другие, им идут навстречу. Но сроки выполнения ремонта сдвигаются. Жители принимают решение об отказе от ремонта фасада и выполняют вот эту процедуру для того, чтобы ремонт кровли, который у них стоит на более поздний период, перенести, значит, в более ранний период. Это занимает какое-то время. Если доступ к инженерным коммуникациям в квартире закрыт, собственник обязан разобрать короб и создать комфортные условия для работы. Имущество собственника, оно относится, соответственно, им, собственник за свой счет либо самостоятельно должен его демонтировать, предоставить доступ для замены инженерных коммуникаций. Контролирует ход работ фонд капитального ремонта. Если жильцы недовольны качеством, они могут пожаловаться в жилищную инспекцию. Те подписи, которые ставят председатели совета дома, это были абсолютно осмысленные. И главное, не то чтобы убедили подрядчики в том, что сделано все качественно, а чтобы человек мог в этом убедиться сам. Сейчас Самара активно готовится к отопительному сезону. Самое подходящее время, чтобы подать заявку управляющей компании для проведения профилактики отопительных приборов. Мария Левина, Никита Борисов, Григорий Плешаков. События.